Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию «Суперспасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. В телеграм-канале проходит розыгрыш реакций. В телеграм-канале есть реакции, которых нет на ютубе. Друзья, слушаем новый трек. Suda Love, ребятки. Друзья или друзья? Друзья. Слушаем Suda Love и кто? Контраст. Контраст. Желтое такси. Ребятки, новый трек какой-то. Давайте посмотрим. Вы знаете, я сейчас от Suda Love в восторге. У твоего дома желтое такси, ты теперь едешь к другому, нам не по пути. У твоего дома желтое такси, а могло быть по-другому, все могло быть по-другому. Супер, вот реально супер. Слушать приятно, знаете, приятно. Так мне нравится. Такие, ну, высшая голоса. Категория, да? Выше, ну нравится, мне очень нравится. Молодцы, нравится. Направление ваше классное. Новое направление ваших треков. Мне нравится. Suda Love, ты супер. И контраст, молодец. У вас так классно получается. И музыка, и нежность, и романтизм. Вот все в этом треке есть. О любви текст. Знаешь, что интересно, да? Вот в мое время не было таких вот, ну, как сказать, не пели об этом. О чем? Сейчас скажу. О чем? Что ты к другому едешь? Нет, ладно, сейчас вспомню. Ну скажи, ну подожди. Подожди. Давай послушаем потом, вот сейчас время много уйдет. И по пути у твоего дома желтое такси, а могло быть по-другому. Если бы я была парнем, и моя бывшая девушка там или какая-то к другому и поехала бы на такси, я бы никогда в жизни не стал этой шалопендре, этой проститутке посвящать песню. Никогда. Вот серьезно. В жизни даже песню про нее писать, понимаешь, просто Б и Ш и все. Да. Конечно, нет. Ну, конечно, это нехорошо. Пусть едет в другом, пусть катится. Да, да. Иди. До свидания. Да, до свидания. До свидания. Какая ей песня? Да. Наверное, про успокоительное она поет, да? На успокоительное. Ну, наверное, он на успокоительное. Да, он переживает. Ну, какая ты интересная девочка. Нет, я говорю, он успокоительный. Конечно, я надеюсь, там не запрещенные вещества. Он и песни посвящает ей. Он уже ее любит. Она уехала, он переживает. И он не может найти рецепт успокоительного, чтобы не думать о ней. Да без рецепта же полно разных. Ну, он так поет. Понимаешь ты, какая ты интересная девочка. Нет, я говорю, надеюсь, он про успокоительные поет, ну, а не конечно. Там что-то, знаешь. Нет, успокоительные. Suda Love взрослый уже. Нет, такого нету. У нас сейчас такого не делают наши мальчики. Остался я цел. У твоего дома желтое такси. Ты теперь едешь к другому, нам не по пути. У твоего дома желтое такси, а могло быть по-другому, все могло быть по-другому.
вот... Ты вспомнила, что хотела сказать? Нет, я забыла. Жалко. Да, это я тебе потом скажу, я не хочу говорить. Ну скажи, скажи, ну, приблизительно. Ладно, хватит, всё, не надо. Приблизительно. Нет, ничего не буду. Ну давай, ну пожалуйста, слушай, так скучная реакция получается. Да, я скажу насчет трека. Ребята, очень классный трек, очень классные слова, очень классный текст. Текст о любви, ребятки, текст переживательный. Он рассказывает, что бы было бы, если бы этого не если произошло. Если бы у бабушки было бы, да. Это, было бы тогда она дедушкой да. была. Ну, хорошо, ребятки, мне понравилось, и музыка понравилась, и исполняли ребята классно. Ну, я говорю, скажи спасибо хоть... большое, Soda Love и Контраст. Контраст. Молодцы, мальчишки, пишите, ребятки. Такую красоту. Я говорю, ты, может, лучше расскажешь нам, что хотела сказать. Потому что скучная реакция, понимаешь? Ты такая противная девочка, оказывается. Скучно. Такая противная. Давай, говори. Я ничего говорить не буду. Сейчас я скажу тебе, потом если скажешь... Нет, значит, ты давай скажи приблизительно, я пойму, если сказать. Отключу камеру. Нет. Раньше нет. Про что не пели? Знаешь, про что? Про что? Ну, знаешь... Ладно, ну, скажи, скажи, скажи. Ладно, ну, давай, давай, давай. Нет, нет, про что раньше не пели? Про то, что девушка так себя ведет? Нет, про другое. Про что? Ну, потом скажу, давай, потом скажу. Я не шучу, я тебе серьезно говорю. Ребятушки, нет, я тебе говорю абсолютно серьезно, я ненавижу скучные реакции. Включи начало трека, я скажу хорошо, тебе. Хорошо, без проблем. И не люблю скучные реакции, где молчат, сидят. У твоего дома желтое сейчас, такси, подожди, придет. Ты теперь едешь другому, нам не по пути. У твоего дома желтое такси, а могло быть по-другому. Все могло быть по-другому. Встречные тела дались во тепло. Лакричный вкус аптеки под моим языком. Столичная доска вокруг. Я знаю, что хотела сказать. Мне охота было с ними дуэтом спеть. Вот именно с ними. Вот два мальчика я с ними. И как будто у нас такая группа вокальных инструментальных ансамблей. Ты, короче, решил не говорить, да? Все равно. Понятно. Не будешь даже. Скажи, мне так получается немножко с ними петь? Да, конечно. Не обманываешь? Классно. Мальчики, ну, ты поешь круче даже, чем некоторые артисты. Ладно, хватит. Да, не да, надо да. мне даться, не надо. Но все равно, если всех вот артистов брать... Понятно, что Soda Love твой фаворит, да, и Big Baby Tape. Да, да, ну, мальчики. Ну, Soda понятно, Love, что там еще много. И Soda Love вообще открылся передо мной. Нет, я имею в виду, что ты прям поешь с ними, да, с удовольствием. Да, мне нравится, удобно, да, мне удобно с ними петь. Мне нравится эта мелодия такая. Ну что, мои хорошенькие, пока.